Всем привет! Вы на канале Метатель. Сегодня будем метать в необычную мишень, клавиатуру. Я думаю, одному метать неинтересно. Поедем с детьми в клуб дружина метать. Смотрите, какая красота. Теперь давайте дружить. Попробуем пришпилить клавиатуру туда, маленьким ножичком. Что получится, не знаю. Нет, нам что-то потяжелее брать. Только воткнуться. Смотрите, насквозь пробило. Даже вот такой маленький фирменный нож. Фирменный. Ладно, давайте детей звать. Сейчас будем кромсать клавиатуры. Маленькое вступление сделаю. С детьми наснял материал на час, на целый. Но не буду так сильно растягивать. Покажу лучшие только броски. И обязательно досмотрите до конца. В конце самое интересное будет. А теперь Диана у нас попробует. Давай, начинай. На ее. Пробила. Одну клавиатуру уже потренировались. Теперь давайте. Диана, начинай. Та-дам! Это не дерево. Сильнее. Чуть выше. На ее. Следующий. Вот так вот. Сильнее бросай, чтобы воткнуть. На ее. Давай еще раз. Опа-на. Ну не воткнул, ничего страшного. Следующий. Ох, не втыкается. Все кнопки разлетелись. Вот это вот да. Вот это вот стрельбище. Так, ножи соберем, и вторая попытка сейчас будет. Продолжаем развлекаться. Давай, Диана. На... О, стой, стой, стой. Самое классное попадание за сегодня. Смотрите, между кнопок попало, поэтому его сквозь клавиатуру пробило. Аккуратней. Давай дальше, Диана. На ее, чуть промазала. Ну, ничего страшного. Зато ты сегодня чемпион, клавиатуру пробила. Давай. Попал, но не воткнулась. Задел, но воткнул. Вот, кнопки только разлетаются в разные стороны. Следующий. Попала, но зарикошетил. Ай-я! Ну, ничего страшного. Собираем ножи. Ну, думаю, теперь я, наверное, начну. Вот так вот надо метать. Показал пример. Теперь, детки, давайте. Следующий. О, есть! Еще один чемпион. О, два ножа подряд воткнул. Вот молодец. Иди сюда. Смотри, какой. Молодец. Следующий. Мимо, чуть выше. Ах, задело. О, есть! Вот так. Каждый сегодня воткнул. Смотрите, кучу малу какую сделали. Но не буду я показывать... Вставайте сюда. Не буду я показывать, сколько раз мы метали. Покажу сейчас замедление, какие попытки были. Оставлю только этот кадр. Сейчас выключаюсь и будем топоры метать. Вот тут весело началось. Давай, давай, огонь! 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 Короче, меня выгнали, все, дети ополчились на клавиатуру. Злые девки. Огонь! Блин, кошмар какой-то, ай! Взрослым тут точно не место. Клавиатуру! Есть! Есть! Давайте дальше!
Огонь! На я! О, стоп! Кадр хороший. Дедуинс! Продолжаем. Индейцы нападают. Огонь! На я! Огонь! Бля, вот это да, нифига себе. Надо на замедление потом это посмотреть. Чуть кнопкой меня не пришибли. Огонь! На я! На я! На я! Стопы! Один. Второй. Дальше крушим. Задача перерубить клавиатуру. Не вручную так. Давайте. Крушим дальше клавиатуры. На я! Мимо. Давай! На я! Собираем и дальше. Кто быстрее перерубит клавиатуру? Погнали! Огонь! 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 Кураж пошел! Огонь! Я вижу, что ты вокруг. Что каждый раз подходить? Перерубайте, давайте. Огонь! Ох ты, синхронно прям. Ох, хорошо как. Так, я отключусь на секунду. Я вот сейчас вот так вот. Огонь, огонь! Собирайте. Где я перерубила? Вот она. Я что-то не вижу, две половинки, чтобы болтались. Давайте, перерубайте. Я вот так вот буду вас снимать. Огонь! Во, с этой стороны лучше смотрится. Тихо, не жульничай, надо перерубить. Огонь! Еще раз напоминаю, техника безопасности. Когда кто-то у мишени стоит, отсюда никто топор не бросает. У нас все по безопасности. Но я все-таки думаю, надо мне тоже участие принять. Продолжаем. Вот это задор у детей. Дайте я брошу. Среднюю. А, есть! Вот это вот бросочек. Снимай твою мишень. Так, на. Ладно, подожди, сейчас отключимся. Вот это называется дети провалили. Лес рубит, кнопки летят. Лес рубит, щепки летят. А это дети рубят клавиатуру. Аж кнопки летят. На этом, я думаю, пора заканчивать. Давайте, концовку я дома снял. Дети оторвались по полной программе. А теперь гвоздик еще под концовочку. Вот так вот. Как вам сегодняшнее метание? Понравилось печатание на клавиатуре? Кому понравилось, ставим лайк, пишем комментарий. Какой еще предмет в качестве мишени взять? Подписываемся, кто не подписался. Обязательно нажимаем колокольчик. Лайк обязательно. Репостим дальше это видео. Всем пока, до новых встреч.